Ай-яй-яй, меня мама к этому не готовила. Ага. Здорово, ребята. С вами Витёк, и сегодня мы начинаем новую серию прохождения игрушки Plants vs. Zombies 2. Хочешь узнать, как играть в Plants vs. Zombies? Я как бы вроде бы знаю фундаментальные какие-то вещи. Так, вон там зомбаки. Здесь все наше. Так, вот этот, по-моему, генерирует золото. Насколько я помню. Да? Или нет? Так, стоп, 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 идет зомбак. Нам нужны деньги срочно. Хорош. Так, погоди, что у нас со звуком происходит? Все в порядке со звуком? Или не очень? Так, жадность фраера сгубила. Давай, вторую ставим. Так, этот уничтожен. Давайте, давайте, ребята, тренируемся. Быстренько, быстренько наделываем. Видите, много-много-много денег. Это солнце, а не золото. Ну, конечно же, это солнце. Шам, не хватит здесь одной пуколки? Может быть, вторую ему поставить на помощь? Давай поставим вторую на всякий пожарный. Снизу идет еще один. Сейчас все сделаем, все будет хорошо. Ну, смотри, я побеждаю уже. Я уже побеждаю, ребята, очевидно. Жалко, что нельзя посмотреть, что там справа еще есть. Так, в колпаке как раз идет там, смотрите, по той дорожке, по которой мы двоих поставили. Это хорошо. Колпак, он защищает зомбаков, и они, типа, более толстые. Нужно сначала колпак сбить, потом зомбака убить. Я думаю, можно ускорить процесс. В принципе, пока и так выигрываем. Можно больше ничего не строить. Так, стальное ведро, ребят, это, наверное, очень крутой какой-то чувак, надо срочно две. Горохострелов два ряда, говорит, а подсолнухов один. Да? Он жрет мой цветок. Как продать, выкопать? Нет, умри, гад. Нет, не жри, не жри, нет, нет, нет. Сюда надо было троих поставить, что ли, получается. Прикиньте, двое не справились с одним зомбаком. Придется перепроходить сейчас уровень за него. Или нормально, можно будет так. И что? Final Wave! Вы что, прикалываетесь? Там еще волна целая идет. Ай-яй-яй, меня мама к этому не готовила. Взрывай! Потейто! Блокиратор, я забыл блокиратор поставить, вот в чем вся проблема. А что она не взорвалась-то? Или это не мина? Погоди, что это такое? Что я поставил такое? Что это было, ребят? Ну ладно, моя победа все равно. Оказывается, газонокосилка, смотри. А я могу ее сам активизировать? Так, жмакнуть на нее сверху, на эту кнопку, она такая поедет и... И что это такое? Перчик какой-то. Эй, соседушка! Можно я позаимствую у тебя этот соус? Вот для этого тако. Ты кто такой вообще? Что это за чувак? Не, я помню, я играл как-то в Plants vs. Zombies в первую часть. Ну ладно, это неинтересно, наверное, да, слушать все. Зачем это все читать, тем более еще на нерусском языке. Добро пожаловать в Древний Египет, говорит. Пожалуйста, подожди 4500 лет, чтобы ваша така была готова. Что за фигня? Как я туда, как я там оказался? У каждого растения есть свое описание в бестиарии, пишет мне в чате. А вы хотите чат вывести сюда? Нифига себе, там какие-то мумии, а я могу на них посмотреть? Мне как-то уж слишком быстро показать. А чё, уже уровень пошел, что ли? Как так-то? Я еще сориентироваться не успел. Так,
Zombies are coming. Ну давай сделаем один ряд, солнышек. Так уж и быть. Я доверюсь. Человек написал просто, что нужно именно один ряд солнышек и два ряда пулялок. Не знаю, не уверен, что один ряд солнышек может обеспечить меня нужным количеством денег. Ну почему бы и нет? Ой, там какой-то мега крутой ультразомби идет. А что это оно красное было? А что это? Он пытается украсть что ли их? Вот дерзкий парень, а? Донат, спасибо! Один справится, смотрите, у него рука уже упала. Кисалиус, я думаю, справится, он сейчас останавливается. На 250 рублей со словами: здорово, Витек, поставь, здорово, пожалуйста, музыку Марты Симон, Прессонер Транспорт, Снаки. Обязательно. Ну что, в принципе, можно ускорять, я думаю, да? Пока эти штучки... О, конус идет. Давай сюда поставим. Ребята, а все-таки объясните мне, вот это вот что такое? Вот эта вот штука. Как прочитать? Мне сказали, что где-то в бестиарии в каком-то можно про них прочитать, но у меня этого бестиария, я так понимаю, еще нету. Я его тупо не открыл, он, скорее всего, где-то там попозже откроется. Я помню, что в первой части, там, когда добавлялись новые цветки, типа, я потом мог сортировать, то есть одних цветков на других как-то менять. Вот это я помню, а вот конкретики вот что-то уже в голове нет, если честно. Стоять, куда ты упер мою денежку, гад? Слушай, как долго вот этот боб охранный. А, смотри, его потом убиваешь, оно выплевывается из него, эта денежка. На! Кусай его. Карта какая-то. А чё, все? Так быстро? Бестиарий в главном меню. Кусок древний, что-то там земли, какими-то там и... Вообще, я не понял, какая-то карта, ребят. Просто какая-то карта выпала. Опа! А, мы проходим Древний Египет. Мне сказали, синяя книга является. Погоди, тут нам описание какое-то, говорит, древние мумии и так далее и тому подобное. Ну ладно, мы в это не будем как бы ввязываться. Она наверняка на русском есть, я просто не в курсе. Что это такое, давай почитаем. Potato mine. Ну, в принципе, она похожа на мину. А, апгрейд. А, я не могу апгрейдить пока что. А этого могу? Нет, это вообще какие-то непонятные апгрейды. Левел 1. А у них еще уровни есть, а как их прокачивать? Древний. Погоди, что такое? Письма какие-то. Это что такое? Вейсбрейкер? Это, видимо, какие-то челленджи, я так понимаю. А это. А, типа, приходи каждый день. Ладно, давай, Древний Египет. Вторая картинка. Ага, карта Тако. Давай, давай, уже следующий уровень. Next level has unlocked, отлично. А, это я на втором уровне или на каком я нахожусь? Что у меня анлокнулось-то? Ой, а у меня уже что-то есть. Так, те цветочки выглядят голодными. Я не думаю, что они что-то очень важное говорят. Перемещай еду цветов на цветы. Нифига себе! В общем, используй, чтобы зарубить этих зомбаков. Вообще трэш. Нифига себе, он один всех завалил. Даже ведро, наверное, свалит сейчас. Слушай, ведерник, он по стойкости как 5 зомбарей обыкновенных. Офигеть, он очень крутой. Ага, смотрите, светящиеся зомбаки переносят с собой вот эти вот листочки, которые нам помогают. Так, нажал, типа вырос, все понял.
Интересно, говорит, а на других видах растений оно работает? Не знаю, сейчас проверим. Подскажите мне, пожалуйста, все-таки нужно один ряд солнышек ставить или два? Как вы считаете? Как правильно делать? Zombies are coming. Видите, вот этот не зря же здесь стоит именно. Я понял, что потейта растет долго, ребят. Так, стоп, вон того надо собрать. Glowing. Чувак-то светится явно. Явно хочет нам что-то принести. Он несет нам листик. Ставь один ряд, один ряд, один ряд, один, один, один. Но потом надо будет два. Я понял. Так, вот этого я знаю, как убивать. Ух, блин, вообще просто трэш. Как он выкашивает. А вы мне потом скажете, когда два ряда нам будет? Я думаю, я пойму, когда мне будет просто тупо не хватать денег на прохождение. Нужно будет два ряда собрать. Эй, не жри. Давай ускорим, что мы висим-то на одном месте. Тихо, не дерзить. Так, двоих хватит, чтобы конус сбить. В принципе, пока всего хватает. Надо все равно дополнять защиту полностью, потому что, видите, если бы можно было одномоментно все взять и построить, да с удовольствием бы. О, бриллиант какой-то выпал. Huge wave of zombies approaching. Ребята, великая волна зомбарей идет. Черт побери. Стоп, вырубай, вырубай скорость. Вот это вот так. Остальных, по идее, пробьем. Остальных, по идее, так пробьем. Это солнышко понахапало меня. Эти какой, а? Неужели я пройду? Готово. Какая-то капуста, ребят. Кинь листик на мину. Погоди. Бросает кабачки. Я не знаю, врагов. Что-то я крутое открыл, видимо. Сейчас посмотрим, что это такое. Какой-то новый квест, смотрите, у нас доступен. Бадя-бадя-па! Бадя-бадя-бадя! Погоди, новый квест. Unlock бумеранг. То есть я по-любому должен в него играть. Я хотел посмотреть, что за капуста у меня там вышла. Делай, говорит, на всех листок, интересно же посмотреть. Потрать эти монетки, чтобы... А, вот оно что, вот где донат прописан, я понял. То есть закупаешь монетки, а за монетки можно усиление покупать в бесконечном множестве. А это что такое? Что за надгробие? Их надо пробить, типа, что ли? То есть, по идее, можно и на этот цветочек применить усиление, и тогда он кучу-кучу-кучу бабла, наверное, выдаст, скорее всего. Ну, я попробую. Они же не переносятся с уровня на уровень, да? Вот эти вот листочки, поэтому можно... Стоп, погоди, сначала вот эту. Одно солнышко 50 дает, я смотрю. Капуста, говорит, так себе. Интересно, если только ставить в самый последний ряд. Я тебя понял. В смысле, в самый последний вот сюда? Я просто описание не прочитал. Мне даже не дали описание прочитать. Да, смотри, он стреляет, ломает эти надгробия. Ну, давай поломаем их лучше. А из каждого надгробия, наверное, еще какие-нибудь деньги выпадут или еще что-нибудь ценное. А я повязал. Вот здесь надо двоих уже, смотри. Там с колпаком идет. Ой, не туда поставил. Ну ладно, пусть там стоит.
Так, ну, в принципе, пока все в порядке. Ну что, кабачок поставим? Видите, капуста не бьет могила, а бьет зомби. А, то есть она перекидывает через могилы. А, то есть она навесом стреляет. Это все ее преимущество. Ну, нафига нам надо? Так, у вас и так, говорит, максимальное количество. Всего лишь так мало. Так мало. Я-то думал, там что-то дофига всего даст. А он так, помазал, помазал. Давай мину сюда сгенерируем. Потом посмотрим, что дает. Три солнышка всего. О, черт. Мочи. Вот этого лучше пулеметчиком, я понял. Я пока не могу его пробить стандартными пушками своими. Мне пока тупо не хватает мощей. Мина! Последняя волна. Сейчас я тут устрою, давай. И что это такое? Что это за дичь? Мочи! Там ускорятели какие-то пошли. Офигеть! Давай, выставляй капусту им там всем. А вроде справляюсь. Вроде бы справляюсь и так. Ну, в принципе, да, капуста навесом стреляет. И... А это что такое? Какая-то, я не знаю. На кукурузу бешеную с бумерангами похоже. И это что такое? Win World Keys. Так, в игры мировые ключи. Эй, куда? Я прочитать не успел. Какую-то маску открыл. Ребят, я ничего не понимаю. Я что-то открываю, как бы уровни, как проходить, более-менее понятно, что дальше происходит. Я вообще не понимаю. Ага, пробивает до трех целей на своей линии. То есть насквозь, видимо, бумеранг кидает, он там пробивает все. А это что за бревно? Куда? А, я открыл маску, а там деньги! 100 монеток. 3... Чего это такое? А, это экспа для пи-шутеров, что ли, или что? Вообще, что происходит, ребят? Что происходит? Какая-то там... Что-то я как-то зарядил. Next level, 5 levels remaining. Это что значит? Я должен пойти 5 уровней, чтобы открыть этот квест? Офигеть, вообще ничего. Так, Гарри, знаешь, что нам поможет? Я не знаю, что им поможет. А вот, давай почитаем. Вот, смотрите, мне предлагают апгрейд сделать. Что, увеличится дамаг и чаще стрелять будет. Слушай, он круче станет почти в 2 раза, если... А, ну, вряд ли в 2 раза. Ну, дамаг в 2 раза увеличится. Ну, это очень круто для него, я считаю. Левел ап. Прикольно сделали. Я понял. Так, а эту как улучшить? А, нажми Find More. Выполни что-то там. Так, у этого что? У этого просто жизнь больше станет. Я не знаю, я особо их не использую, но наверняка тут пригодятся. Я что-то, кстати, вот в первом Plants vs. Zombies не помню вот эту вот систему апгрейдов. По-моему, там такого не было. А этих, я бы тогда вот этих улучшил бы. Они могут тогда выпускать побольше солнышек. Интересно, слушай, мне забавно. Потихонечку так. Так, ладно, пошли вот сюда, 4-е. Так, смотри, теперь нам солнце не нужно, говорит. Растения будут поступать специальной доставкой. Ну-ка, как это будет выглядеть? Кнопку ускорить. Ух ты, блин, чё, как классно. Как... Да, я понял.
Zombies are coming. Так, ну бумеранг должен до троих пробивать, да? Значит, он должен его убить. Капуста. Капусту, куда капусту воткнуть-то? Видимо, вот сюда. И еще одна капуста. Ну, сейчас будем смотреть. Сейчас будем смотреть, где зомбаки еще пойдут. Туда будем капусту ставить. Так, ну этого и так завалят. Да уберись ты надпись про турбо. Так, еще один бумер. Sandstorm, это что значит? Воу-воу-воу, что происходит-то? Сюда и капусту надо поставить. Так, бумеранг вниз. Мины. Давай сюда мину воткнем. Так, вот здесь нужна помощь. Сейчас он мину мою сожрет. Черт. Бум! Хорош, не сожрал. Так, нужен блокиратор. Звуки прикольные. Так, опять ускорение какое-то идет. Надо блокироваться вот сюда. Вот сюда. Давай-ка еще вот эту штуку сюда, отлично. Какой экшенадовый, а? Так, а как вот этого убить? Мину поставить. Мне говорили мину усилить, если она очень крутая станет. Давай попробуем капусту усилить. Ух ты ж! Типа сразу по всем, да? Но это не то, что нам надо. Нам надо, этого чувака убить. Вот. Хорош, вообще жахнул-то как, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блокируй. Нужно больше вилков. Что за ад творится? Мать, перемать. Тун. А, прикинь, она умирает, и еще две мины самонит за собой. Офигеть, вот это номер. Так, блокируй. Что, все, что ли, уже? Я тут только... Блин, а прикольно, мне понравилось, что даже не надо денег тратить. Они сами как-то таки генерируются, Чисто стратегия, вообще круто. Лучше кидать не на выросшую, потом она вырастет. Ну, я понял, я так и сделал. Так, какой-то джар... Что это такое вообще? А, я должен за 4 уровня сделать этот квест, что ли? Что за фигню я взял? Ребят, подскажите. Мне, черт побери, нравится то, что происходит. Ну давай, мы можем еще вон того ледяного взять. Или, ну, по крайней мере, выглядит как ледяной. Так, миры открывай по порядку. Что значит миры открывай по порядку? Трать все. Что все трать? Бумеранг под действием листочков 3 или 4 стороны бьет. Что происходит? Что это значит? О, это я типа снежками их закидываю. Прикольно. Типа откидывать можно, я понял. Жесть. Так, а это что значит? Это вообще крутая имба. Всем контакт, парни. Мне электрическая штука больше всего понравилась. Зачем делать? Просто уничтожать их, да? Я понимаю, это такой туториал, типа. А смотри, ты еще замедляет штука. Снежки-то еще замедляют. Так что все прикольно.
Снежки очень мощно бьют, кстати. Большая волна зомбарей идет, говорит. А до этого такая же была. Блин, ну понапридумывали, а? Ну понапридумывали. О! За ноль? Так, 3 уровня осталось до квеста. Я понял. Ага. В общем, замораживает зомбаков, которые на нее наступают. Говорят, что вторым скиллом можно весь экран убить, остальные слабее. Понял. Эти фишки, говорит, не бесконечные, много не трать. Ну, зайди в магазин. Типа кристаллов подвалили, да? Прикупи, говорит, себе масочку. Ох, сейчас меня снабдят добром. 75 монет. Прокачка мины. Не сильная. Ой, что такое, цветок-мутант? Двойные санфлауеры. И все? Так мало? Я в шоке, ребят. Тут какие-то еще пинаты появились. Какой-то ивент. Специальный ивент, говорит, ограниченный по времени. Я офигею, дорогая редакция. Сколько здесь всего интересного, а? Так, значит, выживи и защити, я так понимаю, закрашенные вот эти растения. Слушайте, я, походу, делал в какой-то в лес дыру, который не должен был быть. Какие-то дикие прям вещи. Ну, и что, не стреляем? Я даже не знаю, что здесь, что куда поставить-то. Ребят, подскажите, пожалуйста, что куда поставить? Я вообще не понимаю. Я не знаю, что эти цветы делают. Охренеть! Мне сказали, жми по ним. Ну, я и нажал. Это что такое? Какой-то пират. А как его убить? Морковка, мочи. А чё она не бьет-то никого? Я просто не знаю, чем, как мне сопротивляться. А, она отталкивает, что ли? А лучок что делает? Слушайте, ну его на... Пу! Ни хрена себе! О, парашютисты, гаси! Жесть какая-то, ребят. Тут, в общем, это для профессионалов. Для диких профессионалов, которые знают эту игру вдоль и поперек, я вот нифига ее не знаю. Бум, отпулякал его. Нет, он убил его. Что-то я ничего не понимаю. Что происходит, а?
Ну нафиг дичь. Он жрет мою морковку. Убивают. Давай, гаси, бубу. Что здесь анрил, по-моему, пройти. Ну, по крайней мере, это надо знать, как проходить просто. Я не понимаю. Я не знаю, как это пройти. В общем, я просто даже... Там какие-то фиолетовые цветы были. Мне кто-то кричал, что они там замедляют, не замедляют. Это очень тяжело к восприятию, когда ты вот первый раз открыл игру. И вообще только начал разбираться в самых первых, а там... Там вот все, что там стояли, они были неизвестны мне. Пошли. Пошли в шестой. Уровень пройдем. Посмотрим. Оу. Ух, нифига себе, ребята, здесь просто миллиард цветов-то. В эту игру можно, видимо, играть 10 тысяч миллионов лет. И, в принципе, все будет в порядке. Так, я так понимаю, я сейчас собираю себе колоду из цветов, которые будут со мной вместе на этой катке. Ага. Вот так. Ну тогда вот это уберем, а вот это поставим. Let's rock! Так, и кто сейчас куда пойдет? Хочешь пауэрап, говоришь? Можешь купить за деньги. Спасибо. Я как бы сам не догадался, что я могу пауэрап за деньги купить. Кристаллы нитрать собирать для растений. У меня, в принципе, какая-то взломанная версия должна быть. Типа с бесплатными кристаллами. Но я что-то как-то не верю. Точнее говоря, не получается почему-то активировать эту фигню. Все равно для меня платные. Дайте денег. Дайте денег, дядя. О, прикинь, работает. Владислав поддержал на 250 рублей со словами: Витя, используй мышку. У тебя же есть внизу три опции. Вот это вот? Ну а 1400, у меня нет 1400. Что такое 1400? Это монеты. Слушай, у меня монеты, я миллиард лет копить буду столько. Так, сюда тогда вентилятор давай засунем. А чё он не стреляет? Мочи! Фух, скилили. Успели. Молодцы, ребята. Так, этого вот сюда. Сейчас надо еще пропеллеров понаставить. Во-во-во. Ого. Там не один идет. Надо срочно сюда этот бумеранг ставить. Он, видимо, по всем будет сразу бить, да? Точняк. Полный имба. Что-то они это... Усилили свой натиск. Надо последний этот бумеранг ставить уже, давай. По деньгам-то впритык прохожу, если честно. Интересно, а если вот на этого кинуть листочек, что это будет? Кто-нибудь в курсе? А ну отдай, это мое. Вентиляторы идут какие-то. Сейчас мы все заблокируем, никто не пройдет. Где сейчас мина воткну? Слушай, без бумерангов я бы здесь не прошел. Тун, блин, картоха взорвалась. Неудачно, если честно.
все. Победа будет наша. Подарок. Ну и что, не открываешься? Это что такое? Новый костюм? То есть на цветы еще и костюмы можно одевать. Надо же, а. Цветы в костюме теперь у нас. Давайте, ребят, пока на этом остановимся. Я так понимаю, в следующей серии нас ждет какой-то мега-босс. Видимо, это будет он. А может, это просто статуя. Вот. А пока, как бы, скажите мне, играть, не играть дальше, интересно, неинтересно и так далее, и тому подобное. Выражайте свои интересы, неинтересы лайками. Ну и делитесь с друзьями, пусть они тоже выразятся. В общем-то, видимо, все. Комментируйте и не забывайте заглядывать в описание. Всем пока!